А в Оксе на ремонты образовательных учреждений завершат 20 августа. Об этом заместитель главы администрации Светлана Макарова доложила Галине Медведевой. Руководитель департамента образования, культуры и спорта посетила образовательное учреждение и проверила подготовку к новому учебному году. Сегодня идут ремонты в детском саду, при школьном интернате и школе. В здании детского сада приводят в порядок спальни и игровые комнаты малышей. Устанавливают также новую сантехнику. В пришкольном интернате и школе полностью отремонтирован первый этаж. На втором этаже идет покраска стен, полов, жилых комнат и классных помещений. В новом физкультурно-оздоровительном комплексе осталось завершить отделочные работы, установить тренажеры и спортивное оборудование. Ожидает переезда и библиотека. Теперь она будет располагаться в новом двухэтажном здании, выполненном в стиле избы русского севера конца 19 века.